Ми вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Традиційно у цій порі розпочинаємо програму «На часі». Ну, як завжди, з нашим поважним гостем ми підбиваємо інформаційний підсумок дня, що минає, з'ясовуємо, якими ж подіями він запам'ятався в Україні та українцям, та як ці події впливають і на наше з вами сьогодення, і на наше майбутнє. Сьогодні у нас у студії Володимир Кацман, політичний експерт. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора, Іво. 223-0981, долучайтеся традиційно до обговорення, ставте запитання, висловлюйте свої думки, ми будемо розпочинати. Пане Володимире, ну і традиційно запитую гостя, який приходить в такий пізній час. На вашу думку, подія, заява дня сьогоднішнього, можливо, днів попередніх, для вас, як для фахівця своєї справи, є важливою і вартою обговорення, і ви б своїми думками хотіли поділитися з глядачем? Можливо, таких подій або заяв, можливо, навіть декілька. Прошу, будь ласка. Ну, безусловно, главным событием сегодняшнего дня является ряд, так сказать, подозр, которые были вручены нашим высшим чиновникам, в том числе министрам и людям, которые олицетворяют, как бы, в нашем обществе реформы. Это абсолютно знаковое событие, такой холодный душ. Почему, по моему мнению, 4 года успешных реформ, о которых нам рассказывали два правительства, 5 фракций, которые брали ответственность за себя в начале вот, событий 2014 года, да, и потом после выборов. Все это было вот красивой мечтой о реформах. А вот символами этих реформ как раз и были люди, которые сегодня оказались, так сказать, не у дела, оказались обвиненными в очень серьезных, ну, скажем так, государственных преступлениях. Да? Это люди, которые олицетворяют реформы. Это Амелиан, это Супрун. Это люди, которые вот каждый из нас при походе в поликлинику или при том, что он садится за руль и едет по дорогам Украины, он мысленно вспоминает этих людей как символов реформ и, наверное, не всегда добрым словом. Но это 10-й вопрос. А вот сегодня Амелиан получил конкретный, так сказать, первый звоночек. Угу. Я не знаю, политический это был звоночек, чисто экономический, правовой. Это дело суда. Решить, что и как там он нарушил, в каких декларациях. А у меня другой вопрос возникает, понимаете? Вот успешный ли министр Амелиан? И только ли в этом он, так сказать, вот виновен, что не заполнил, там, забыл заполнить декларацию на 7 миллионов там, каких-то несчастных, да, у нас миллиардами воруют каждый день. И как вообще идет борьба с коррупцией в этих сферах, где министры, где люди, депутаты, где люди, так сказать, облечены какой-то властью и воруют? Как вообще идет реформа? И я сегодня наткнулся на одну цифру. Знаете, вот меня она просто поразила. Это, если то событие дня, то это цифра дня, mm-hmm. да? Антикоррупционные органы, подав в суд, получили в результате в бюджет Украины, внимание, за 3 месяца, за июнь, июль и август, 4432 гривны. Это вот успешность нашей борьбы с коррупцией. 1477 гривен в месяц поступает в наш бюджет, при том, что миллиардные, так сказать, бюджетные расходы у нас идут на антикоррупционные органы, миллиардные какие-то затраты, так сказать. Конкретная цифра, опять же, цифра сегодняшнего дня. Генпрокуратура через компанию «Прозора», официальная цифра, закупает Toyota Camry Prestige за 925 гривен 816 гривен, что составляет 34 тысячи долларов по нынешнему курсу, и 15 машин Корова за 8 299 000 гривен, что составляет почти 190 тысяч долларов по нынешнему курсу. Вот вам, пожалуйста, и, так сказать, расходы на органы. Мы там получили от антикоррупционных органов 1477 гривен в месяц, потратили на них огромные суммы. Единственная надежда остается, на мой взгляд, вот в этой борьбе за коррупцию, на Национальное антикоррупционное бюро, которое сегодня и показало, что возможно достижение, так сказать, цели и на самом верху. Не только мелкую рыбку ловить, так сказать, но и что-то покрупнее. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация с Амелианом. Я хочу только сказать одну вещь в заключение. Смотрите.
Это был неуспешный министр. Министр, который сегодня сам признался, что ему остогидло, как он сказал, его там посада. Да? Министр, который рожал детей в Америке. Министр, который, так сказать, кормил нас сказками о гиперлупе. Да? Вот этот гиперлуп планировалось, чтобы знали все. Немножко ну, народ, так сказать, реагирует на само слово, а саму суть, может, не понимает. Это строительство такой большой трубы, по которой при помощи воздуха будет двигаться транспорт. Так вот, предусмотрено было в следующем году утвердить бюджет на площадку экспериментальную в Днепропетровске. Да. После этого 5 лет испытания проходила бы эта площадка. После этого бюджет новый бы утверждали на строительство гиперлупа. И через 15-20 лет только этот гиперлуп бы строился. Вот эту комсомольскую сказку мы слушали целый год от министра, да, что в 20 каком-то там году запустится этот гиперлуп. Понимаете, это очень важно, потому что люди, которые знают, что такое строить дороги, что такое строить транспортные какие-то магистрали, знают, что можно это строить за год, за два. Больше растягивать это не нужно. Остальное нужно только для воровства бюджета. Вот поэтому, так сказать, неуспешный министр неуспешно заполнил декларацию и получил успешно от НАБУ, так сказать, підозру. Зупинимося ще на цій ситуації. Послухаємо глядача. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть. Прошу, будь ласка, у вас вже є можливість поставити запитання. Доброго дня. Так. Слухаємо. Я хотів би поставити таке питання саме вашому гості. Скажіть, будь ласка, як саме на вашу думку, наше з вами покоління дочекається, коли саме будуть такі претензії не тільки до пана Омельяна, а до нашого саме гаранта, до самого головного антикорупціонера. Це перше питання, я маю на увазі президента. І друге питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, треба нам взагалі інститут президентства чи ні? Дякую. Почули. Дякую. Прошу. Дякую вам за запитання. Відповідаю з другого питання. Ви знаєте, я сторонник того, що в Україні президентская функция должна сводиться ну, к таким функциям английской королевы. Какое-то почетное представительство, назначение, возможно, послов, прием каких-то делегаций и все остальное. Я сторонник парламентской республики. Я считаю, что в Украине действует конституция, которая говорит о том, что у нас парламентско-президентская республика. Но вечное противостояние премьера, спикера, президента не дает развиваться вот полноценно вот этой форме демократии. В Украине никогда не было гетьмана, знаете, такого. Его всегда мог скинуть казачий круг. В Украине никогда не было царя, так сказать, его никогда особо не... То есть вольница такая была, да. Это особенность, сложность, возможно. А возможно и, так сказать, к лучшему. То, что мы могли бы быть хорошей парламентской республикой, оставив функцию президента какому-то, так сказать, верховному гаранту, там, чему-то, чтобы он не вмешивался ни в экономические вопросы, ни в особо, так сказать, политические внутренние какие-то вопросы, а осуществлял бы свой надзор за Конституцией и принимал бы почетные, так сказать, делегации, а то и вообще устранить эту должность за ненужность. Ну, найближчим часом цього немає. Вы знаете, такого не відбудеться. Есть такие планы, есть планы Конституции, так сказать, с измененной формой, но я думаю, что каждый, ведь у нас какой, знаете, яка головна примха нашої політики? Вона полягає в тому, що кожен мріє себе гетьманом і під себе підробляє Конституцію. Понимаете? Отвечаю на второй ваш вопрос. Да, ви знаєте, я мечтаю, щоб наше покоління дожило до того моменту, коли буде прийнято в країні закон об імпічменті, закон о референдумі, як в Швейцарії, щоб ми кожен вопрос, який визиває в нашому обществі абсолютний роздрай, абсолютну якусь ненависть, абсолютно люди готові, я не знаю, за якусь мелочь, за вопрос там, переименування вулиці в Макі, Кейна готовы друг друга там, так сказать, чуть ли не на куски рвать, понимаете? Хотя это мелочь. А вот в Швейцарии по таким вопросам всегда работает принцип референдума. Они даже референдумом отменили себе обязательные платежи. Знаете, такое было у Швейцарии, там правительство же думает о народе, а не как у нас. Поэтому правительство предложило безусловный налог, так сказать, каждый получает безусловный налог, так называемый. То есть вам платит государство фиксированно 2000 швейцарских евро, поэтому фиксировано. Вне того, работаете вы, не работаете и так далее, и так далее.
полистайте интернет, поинтересуйтесь. Швейцарцы на референдуме отказались от этого, потому что сочли расходы государства в этой сфере слишком большими. Они сказали, нет, мы лучше по старой системе поживем, у нас хорошие пенсии. У нас... Это нам удивительно слышать, я вижу в ваших глазах удивление. Я вижу в ваших глазах удивление. А я вам скажу, дорогой товарищ моего поколения, который вот задавал вопрос. Мы обязаны просто дожить до такого. Украина богатейшая страна, она ничуть не менее богатая, чем Швейцария и чем другие страны мира. Я много езжу по стране, вижу, богатейшая земля, водные ресурсы, леса, вообще, но бедно, несчастно живут люди. Вот это наш главный парадокс. Что это значит? Это значит, в управлении что-то неправильно, понимаете? Если богатая земля, а люди живут бедно, значит, что-то в управлении не работает. Как там у Жванецкого? В консерватории что-то не то, понимаете? Надо устранить такую власть, которая, так сказать, куда-то уходит от нас, уходит от человека, и действовать как-то своеобразно Швейцарии. Пане Володимире, щоб був теж і паритет думок і висловлювань стосовно теми Володимира Омеляна, додамо інформації, що на звинувачення НАБУ журналістам вже відповів сам Володимир Омелян. За його словами, оголошена йому підозра сфабрикована і не містить жодного складу злочину. Міністр інфраструктури з легкістю, він так впевнений, доведе в суді походження своїх статків. Водночас Омелян поскаржився, що постраждав його імідж і тепер доведеться витрачати гроші і час на судову тяганину. Проте у відставку йти не планує. Мені ця посада остогидла до печенок. Більше того, я свято переконаний, що як тільки я подам у відставку, і ця відставка буде прийнята Верховною Радою, 99% всіх оцих публічних заворушень, справ і всього іншого зникне, як дим над водою. У мене би не було цих проблем, і не було би публічного шельмування, якщо б я не був міністром. Я це теж прекрасно розумію, і моя сім'я це прекрасно розуміє. Але я такої радості на цьому етапі нікому не подарую. Ну, власне, лишень підозри, і, звичайно, немає остаточного рішення суду, тому теж з висловленням обережно. Дуже короткий коментар. Ви знаєте, от одна із бід, яка мішає нам в багатій країні жити бідно, о чому я говорив 2 хвилини тому назад, да? Она состоит в том, что люди, которые получают власть в ранге министра, там, я не знаю, какого-то депутата, они начинают чувствовать себя немножко выше, чем остальные. Знаете? А ведь это простые менеджеры. Маргарет Тэтчер, мудрейшая женщина, да, премьер-министр Англии, говорила, нет никаких государственных денег. Есть деньги налогоплательщиков, которые они собирают, и называется это бюджетом. И вот расходы по этому бюджету мы доверяем маленькой группе менеджеров, которые не просто должны отчитываться за эту каждую нашу копейку, а делать так мудро, поступать вот как в Швейцарии, да, чтобы распределять это таким образом, чтобы хватало людям просто выплачивать деньги, понимаете? В богатющей стране так и должно было быть. Эти люди вдруг начинают чувствовать себя какими-то барами, они какие-то хозяева жизни. Ему остогидла вся посада, но он еще посидит на ней, похозяйствует, понимаете? Да не надо нам этого. Менеджер, который остогидла ему его посаду, он должен тут же уйти в отставку. Ничего страшного в отставке нет. Знаете, у меня маленький ребенок, она все время говорит, ничего страшного. Вот ничего страшного в том, чтобы уйти в отставку какому-нибудь министру, в этом ничего нет. Это не заканчивается политическая жизнь. Посмотрите на западные примеры. Мы же так любим западные примеры. Там человек уходит в отставку, потом снова возвращается в политику. Если он чувствует, что он остогидло ему, ну пойди отдохни немножко, дай другому порулить. Ты сказал, министр заявил, это дословно, можете проверить. Следующую фразу он говорит, вот железная дорога не прибыльная наша структура, а вот гиперлуп, он будет прибыльным. Если ты поставлен государством, чтобы сделать прибыльной железную дорогу, а ты заранее заявляешь, что она не прибыльна, так иди в отставку. Вот и вся проблема. Никакой проблемы. Мало того, что надо ответить в суде, правильно ты там не нарушал ли закон. Ну иди просто в отставку. На время расследования отойди. Что, от кормушки тяжело отойти? Вот поэтому и, так сказать, остогидло все. Да это просто смешно, понимаете? Менеджеры, следящие за нашим бюджетом, становятся вдруг хозяевами жизни, они решают наши какие-то проблемы, они переименовывают что-то, они вместо этого нужно заниматься экономическим ростом страны, нужно следить, как государство эффективно хозяйствует в той или иной сфере. А у нас что произошло сегодня? Еще одно событие дня. Вы просто, наверное, за голову схватитесь. 135 лет просуществовала Николаевская мореходка.
Это единственное училище, которое готовило военных моряков еще там со времен Советской Украины. Да? Вот мы сейчас, я от одного депутата слышал, что нам надо все бросить, и вот для регулирования Азовского там кризиса закупить срочно корабли, надо в бюджете выделить средства. А кто на этих кораблях плавать будет, если Николаевская мореходка закрыта, ликвидирована полностью, так сказать, территория, вывозится огромная машина якорь вывезла, последняя вот позавчера. Почитайте прессу, это возмутительно. Что же это за сильное государство, которое в воюющей стране закрывает Николаевскую мореходку? А чем же мы обороняться будем? Где же эта армия? Вы знаете, та же Швейцария. Вот пример той же Швейцарии. Эта страна много-много лет нейтральна. Она вообще не вмешивалась в войны. Тем не менее, швейцарская армия стоит на одном уровне с израильской армией вот по градации. А Израиль воюющая страна, 70 лет воюет. Знаете, да, что там армия довольно серьезно и финансируется, и оснащена и так далее. По последним словам. Так вот, Швейцария не менее мощная армия. Она абсолютно, так сказать, на контрактной основе. То есть там нет обязательного призыва. Она абсолютно, так сказать, финансируется всеми кантонами. И она одна из немногих, что вообще объединяет эти все территории. Понимаете, вот армия, какие-то международные отношения, все остальное решается на местах, экономические вопросы решаются на местах. Хочет Лугано разговаривать на итальянском языке, разговаривает на итальянском, хочет Берн на немецком, разговаривает на немецком, это не мешает им никак экономическим отношениям. Хочет говорить там, я не знаю, франкоязычная часть на француз, и так далее, понимаете, никаких вопросов не возникает, потому что там решается все референдумами, потому что там всего 8 министров, знаете, у них состав ихнего кабинета министров 8 человек всего. Потому что у них президент исполняет по очереди, каждый председатель кантона исполняет обязанности президента в Швейцарии. Просто в очередь становится все. Побыл год и ушел спокойно. Остагидло, не остагидло. Отойди. Просто отойди и все. Вот простые рецепты решения того вопроса, о котором мы говорили. Чтобы на богатой земле жили богатые люди. Вот и все. Еще у нас телефонный звонок. Добрый вечер. Будь ласка, говорите. Вы в эфире. Скажите, пожалуйста, а вот не так давно наш президент извинился перед нами за то, что он не выполнил обещание и не окончил войну за 2 недели. В связи с этим такой вопрос. А не кажется ли вам, что он зарабатывает на этой войне? И где-то еще есть президенты, зарабатывающие на войне, кроме Украины? Спасибо. Почули вас, дякую. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я вам хочу сказать следующую вещь. Вопрос мира – это вопрос номер один вообще в нашей стране. Мы не запустим экономику, мы действительно не сделаем никакие реформы. И вообще вопрос существования самой нашей страны останется висящим в воздухе, если не наступит мир. Это важнейший вопрос. Как его получить, этот мир? Этот мир можно получить только путем дипломатических переговоров. Мы не в состоянии сегодня при нашей армии, при нашей экономике, при нашем, так сказать, бедности, мы не в состоянии содержать такую армию, чтобы победой закончить войну, как это обещает партия власти, люди, которые сейчас составляют там коалицию, большинство и так далее. А как же приклад Израилю вы сгадывали сегодня? Израиль, 7 років и успешная, смотрите, країна. Израиль ведет оборонительную войну 70 лет. Да, у Израиля оснащеннейшая армия. Израилю Америка, если я не ошибаюсь, поставляет только на вооружение там миллиардные суммы, поддерживая своего стратегического партнера в регионе. Это совсем несравнимая ситуация с нами. Абсолютно. Тобто ті 250-300 мільйонів, які нам Штати дають, це взагалі піщинка. Ну, это даже смешно говорить, потому что они дают под конкретные закупки, а потом эти закупки запирают на замке. Джавелин это в ангарах хранятся под замками и под контролем американцев, так сказать, представители военных служб. Ну, это сложный вопрос, я не совсем об этом. Смотрите, о заработках на войне. Так вот, я думаю, что партия войны, и там далеко не одна фамилия, и там далеко не один десяток, к сожалению, фамилий, партия войны потому и продолжает военные действия, потому и не хочет привести к миру, не только с нашей стороны, я не говорю, что с нашей стороны, с обеих сторон. Эта партия существует, она вне границ, знаете, партия зарабатывающих на войне. Есть такое мудрое выражение, что такое война, это когда богатые люди посылают чужих детей воевать там за собственный капитал. Вот
в этом есть определенная народная мудрость. Но мир нам нужен. Какой бы ни была партия, там, она не будет существовать вечно, войны. Да? Будут выборы, поменяются составы коалиции, поменяются, так сказать, люди при власти, поменяется вообще ситуация в стране. Наконец-то мы поймем, что мир и экономика – это наши главные приоритеты. И вот тогда, возможно, партия войны перестанет зарабатывать на войне. Вопрос вы задали правильный, но это и от нас зависит. На избирательных участках. Давайте думаем. Мы будем голосовать за партию войны или за партию мира? Мы будем голосовать за экономику развитую или за гиперлупы? Мы будем за то или за это? Вот это все от нас зависит. Але ж погодьтеся, не все теж і залежить повністю від нас. Воює ж з нами Росія. Ви знаєте, вот Украина – это такая страна, которая никак не научится отстаивать свои интересы. Вот наши интересы, они не в Америке, не в Брюсселе и не в России. Они в Украине, здесь вот, в Киеве, в нашем европейском месте, как вы сказали. Да? Вот они здесь, наши интересы. И нам надо вызначить, вычленить вот эти собственные интересы и сказать, вот это наши интересы. Как великий Черчилль говорил, да, нет стран с вечными друзьями или с вечными, так сказать, противниками. Есть только вечные интересы страны. Вот вычленив эти интересы, мы сразу сможем понять, в каком мы состоянии находимся с Россией? До какой меры, так сказать, компромисса надо искать мир? До какой меры надо перевооружать армию? До какой меры готовиться к тому, чтобы создать сильную экономику, которая создаст сильную армию? А вы знаете, как это не парадоксально? Вот если изучить мировой опыт, то во всех странах, почти во всех, военная ситуация стимулировала рост экономики. Только Украина оказалась такой страной, в которой война не стимулирует это, не дает какой-то новый толчок экономике, не экономического тигра какого-то нам готовит. Да, какой-то экономический пшик получается. Да, мы выпускаем, перекрашиваем корабли или выпускаем какого-то не того калибра там гранатометы, в результате гибнут же наши люди, понимаете? Нам надо экономически укрепиться, нам надо создать мощную, дееспособную, контрактную армию, оснащенную действительно современным оружием, не обязательно покупным там в каких-то странах, да, мы и сами в состоянии. Украина выходила, если кто не знает, да, Украина выходила из Советского Союза 6-м государством в мире по наукоемкости производства. Что это означает наукоемкость? Можешь ты проверить мои цифры? 6-м государством, а скатилась вообще во второй десяток. Наукоемкость производства – это и есть, так сказать, возможность производить какие-то новые виды вооружений, новые оружия, переоснащать армию современной техникой и так далее. Вот в этом состоянии, когда мы найдем мир, когда мы укрепим экономику, тогда можно говорить, а с этим мы будем воевать или дружить? А с этим мы будем воевать или дружить? Вот такая ситуация должна быть в Украине. Но мы не вычленили пока собственных интересов. Мы все время то на Запад бежим, то Янукович бежал в евроазиатское сообщество, которое непонятно где. То мы сейчас бежим в европейское сообщество, а Европейский Союз находится, кстати, в очень серьезной форме кризиса. Из Европейского Союза вышла Великобритания, там с валютой. У них свои процессы, они своими интересами живут, не наши. Хвилинка у нас, чтобы закончить думку. Я что хочу сказать. Вы знаете, вот сегодняшнее событие, связанное с такими претензиями к министру, который олицетворял реформы, должна стать холодным душем для нас. Мы должны понять буквально следующие вещи. Первое, что нам надо абсолютно точно, остановить войну, найти мир любой ценой, любой. Не ущемив национальные интересы, надо пойти на какие-то компромиссы. Это понятно, потому что мир – это и есть компромисс с обеих сторон. Понимаете, это надо найти, это надо умного посадить человека на МИД, умного человека на внешнюю политику, и тогда, так сказать, может что-то он и придумать. Второй момент, нам надо укреплять экономику. Нам срочно, необходимо, нужно остановить, так сказать, вот это экономическое безумие, когда в богатейшей стране, в стране с 6-м наукоемким производством, да, люди живут катастрофически бедно, люди задавлены абсолютно, так сказать, коммунальными платежами, жуткими налогами, низкими пенсиями, вообще отсутствием стипендий всего. И последнее. Я верю, я абсолютно верю, совершенно точно верю, что вот наше поколение, дорогой товарищ, который задавал этот вопрос, обязательно доживет до того времени, когда поменяется власть, когда она переформатируется и к ней придут, к власти придут люди с экономическими, прагматическими интересами, и мы станем, возможно, лучше, чем Швейцария
Хотілося. Європі. Да. Володимир, дякую. Будемо в Швейцарії і Восточної Європи. Дякую вам, Володимир Кацман, політичний експерт, був гостем програми «На часі». За лічені хвилини новини зустрічайте мою колегу Олександру Роздорожну. Ну а ми зустрінемося завтра о 17:00. Всіх гараздів і на добраніч.